Рыба-кит, папа рисует. Привет! Давай сегодня нарисуем на таком красивом волшебном блокнотике, где можно корябать палочкой, красивую вазу с цветами. Это будет красиво и можно подарить маме или бабушке. Нарисуем вазу. Вазу мы нарисуем круглую, потому что ее легко рисовать и она красивая. Нарисуем круг. Это наша ваза. Круглая ваза. Нарисуем ей горлышко, туда, куда мы будем вставлять цветы. И нарисуем подставочку, где она стоит, на чем она стоит. Вот такая ваза. Теперь нарисуем сами цветы. Цветы можно рисовать разные. Я нарисую ромашки и, может быть, розы. Давай нарисуем ромашку. Ромашку, она круглая. Имеет лепестки длинные такие вот. Нарисуем лепестки. Нарисуем лепестки. Много лепестков. Отлично. Одна ромашка готова. Давай нарисуем еще розу вот здесь. Такая роза, она такая, имеет такие неровные лепестки. И можно рисовать их. Она похожа на капусту, но только красная. И у нее лепестки более кривые и более колючие. Вот такая роза, пышная-пышная роза. Пышная роза, вот такие неровные лепестки, и пышная роза у нас получается. Нарисовали. Ну, розу я нарисую одну, а теперь я нарисую маленьких цветочков. Ромашка одна, хотя, может, ромашки может и две нарисовать. Давайте нарисуем две ромашки. Еще одну ромашку, которая немножко сзади находится. Не будем залезать на эту ромашку, но у нас получится еще одна ромашка. И рядом нарисуем много маленьких цветочков, которые добавили в букет. Много маленьких цветочков нарисовали. Здесь, 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 здесь. Много маленьких цветочков нарисовали. Один цветочек нарисуем здесь. Он упал и лежит. И даже листочек около него. Отлично. Давайте теперь нарисуем много-много листов. Зеленые листы, они идут из нашей круглой вазы, идут вверх. Мы показываем, что есть листы, идут каждому цветочку идет свой стебелек. Нарисовали. Теперь нарисуем листы. Они такие большие и треугольные. Они со всех сторон обходят наши цветочки. Нарисовали. И здесь тоже нарисуем листок. И здесь. И здесь нарисуем, и вот здесь нарисуем. Они как бы обволакивают наши цветы. Хорошо, получилось? Хорошо. Давай теперь закончим нашу работу. Нарисуем стол. Внутри стеклянной вазы нарисуем стебельки, которые здесь идут. Вот так они становятся, и там они видны, что они внутри стоят. Лепестки. И нашу вазу уже заштрихуем вот так вот. А наши листочки, лепесточки, ромашки тоже очистим немножко. И они будут блестеть и переливаться. И они будут все разного цвета. Здесь сделаем штриховку на ромашках. Розу мы трогать не будем. Ромашку очистим. А посерединке мы сделаем точечки. Точечки. Вот так получается. Очень красиво. Закончим тем, что мы нарисуем немного тени. Здесь нарисуем еще один цветочек ромашки. Тоже очистим лепестки и тоже точечки сделаем. Вот такой у нас получился рисунок. Роза, две ромашки, немножко точечек можно здесь нарисовать на столе. А здесь лучше всего нарисовать сердечко и еще одно сердечко. Я думаю, девочкам это понравится. Вот такая гравюра у нас получилась. За 5 минут вы можете нарисовать такую классную гравюру. Можно ее еще улучшать, где-то дорисовывать мелочи, где-то еще. Можете взять другие цветы, у вас они получатся другого цвета, но такие же красивые. Спасибо, что ты рисуешь со мной, и до новых встреч. Пока!
Фотографии своих рисунков присылай мне по адресу, написанному в буклете, и я обязательно покажу их на своем канале. Рыба-кит папа рисует.